Привет всем! В эфире передача «Статус» с Бадом Чемидовым. Самые свежие новости из творческой жизни Республики Калмыкия, музыкальные клипы наших артистов и многое-многое другое. Сегодняшний выпуск я решил снять прямо на улице, потому что погода до сих пор радует нас светом и теплом. Лето 2016 года продолжается. Кстати, красиво не только днем, но и ночью, так как с 11 августа начался звездопад «Метеорный поток Персеиды». В этом году звездопад, по словам специалистов, будет в два раза сильнее обычного. 15 августа в кинотеатре «В дружбе» состоится концерт Лиджи Горяева, посвященный памяти легендарного Виктора Цоя. А Лиджи всегда радовал своих слушателей интересными кавер-треками. На этот раз он исполнит песни в сопровождении группы «Hardballs». Кстати, это не первый концерт, посвященный легенде русского рока. До этого, если мне не изменяет память, выступал также Мазан Паштаров. И очень радует, что с каждым годом калмыцких артистов все больше и больше. Совсем недавно к команде продюсерского центра «Статус» присоединилась юная и очень талантливая певица Эльгена. Кстати, она уже успела выпустить дебютный клип на песню «Бичкин Кер Мюрын». Вы смотрите передачу «Статус» с Бадом Чемидовым, и мы движемся дальше. 21 августа в Элисте должен был состояться концерт популярного рэпера Джа Халиб. Но из-за плохого состояния здоровья артиста организаторы предложили перенести концерт на октябрь. Были отменены концерты в Геленджике и в Одессе. Мы надеемся на то, что Джа Халиб поправится и обязательно посетит наш маленький город со своим сольным концертом. Но если у вас все же осталось твердое желание сходить 21 августа на какой-нибудь концерт, то мы приглашаем вас на первый сольный концерт Джунгара Немеева, который состоится в кинотеатре «Родина» в 3 часа дня. Джунгар уже успел заявить о себе на просторах интернета несколькими яркими композициями, и совсем недавно вместе со своим другом и певцом Мингьяном Дадоновым они запустили шоу на YouTube-канале, который называется «Минька и Джуник». Уже успели снять несколько скетчей, посмотрим, что же из этого получилось. We'll be right back.
Калмыкии есть такая традиция, когда варишь калмыцкий чай, нужно шангай опустить 99 раз. Ну что, начнем? Раз, два. Джуник, а где полотенце, которое я хочу в баню сходить? Там на этом, на диване посмотри. 85, 70. Вот ты козел! 90. Воды! На! Не хочу! Грушовый, дай! Держи! Недавно встретил на одном из пабликов следующее сообщение. В последнее время часто читаю и слышу про новую мобильную игру Pokemon Go. Типа ходишь по улицам в реальном мире и на экране смартфона ловишь разных покемонов. Затея крутая, но в России пока что официально это приложение недоступно. Я, честно говоря, до сих пор еще не могу понять, что именно такого в этом приложении, но вспоминаются школьные годы, когда на карточках и на фишках были изображения покемонов, и эти карточки и фишки были своего рода альтернативой для нас, еще детей, альтернативой денег, и мы благодаря им могли совершать, так сказать, сделки. Пользуясь случаем, передаю привет своей родной третьей школе. Солистка группы Джеврин Айс, девятиклассница Ильяна Дельтирова, выпустила новый клип на песню «Обещание». Давайте посмотрим. Не дай забыть мне слова твои, обещаний так много, увы. С каждым днем мой пульс все ниже, милый. Скоро край, я к тебе остыну. Не дай забыть мне слова твои, обещаний так много, увы. С каждым днем мой пульс все ниже, милый. Скоро край, я к тебе остыну. Мы так часто летаем над гнездами других, нарушаем покой, разрушать легче, чем строить. Нет, мы не злые, мы живем одним днем. Нет, не слепые, мы не знаем, куда же идем. Простите меня, и я вас прощаю. Не будем мы давать друг другу обещаний. По кругу все, и с вами встретимся скоро. Но я уже нет, не перейду вам дорогу. Ты был моим смыслом, и я шла на риски. Ради тебя терпела обвинения близких. Но ты упал низко, в моих глазах искры. Погасли и мысли, а тебе их больше нет. И пусть мы молоды, но в глазах горят огни не так, как раньше. Устала от обещаний и от твоей фальши. Удачи, она тебе пригодится. Ты плюнул на любовь, а я расставила границы. Не дай забыть мне слова твои, обещаний так много, увы. С каждым днем мой путь все ниже, милый. Скоро край, я к тебе остыну. Не дай забыть мне слова твои, обещаний так много, увы. С каждым днем мой путь все ниже, милый. Скоро край, я к тебе остыну. Нет смысла скрывать, ведь ты мог обещать. И как правило, виной всему порочная кровать. Так часто повторялись истории снова. Ведь молодому парню нравится быть Казановой. Но карма очень умная и мудрая тетка. Для плохих парней она подготовила плетку. Все возвращается, это понятно и идиоту. Но давайте не будем заканчивать на грустной ноте. Все мы не без греха, в шкафах пылятся скелеты. Нами движут инстинкты, и инстинкты часто слепы. И я могла бы спрятаться за этим рэпом.
воду в этом ненавязчивом куплете. Но мы же понимаем, о чем идет речь. И перед тем, как попасть в эту порочную сеть, вспомни, как было на душе хреново, когда тебя самого кидали, бедолага Казанова. Не дай забыть мне слова твои, обещаний так много, увы. С каждым днем мой путь все ниже, милый. Скоро край, я к тебе остыну. Не дай забыть мне слова твои, обещаний так много, увы. С каждым днем мой путь все ниже, милый. Скоро край, я к тебе остыну. Какая же душевная песня только что прозвучала в исполнении Дельтировой Ильяны. Слова «Скоро край, я к тебе остыну». Ох, не по годам девочка написала такую песню. Ну, конечно же, с такой жарой, как у нас в Калмыкии, остыть очень сложно. Я надеюсь, что вы, дорогие друзья, успели съездить на моря в этом году. Если же нет, то лето продолжается. И, конечно же, спешите осуществить все, что было запланировано на лето 2016 года. С вами был Бад Чемидов и моя передача «Статус». Я надеюсь, что у вас отличнейшее настроение, как и у меня. Дорогие друзья, до встречи. Всем пока!